Перед просмотром ролика подпишись на канал и поставь лайк. Причиной массовой драки между гражданами Таджикистана и Чечни стали разногласия в сфере бизнеса. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Граждане Таджикистана не смогли поделить сферы своего бизнеса с уроженцами Чеченской Республики. Для того, чтобы выяснить отношения, они решили помериться силами стенка на стенку, рассказал источник. Участниками потасовки стали 40 человек. Они пустили в ход огнестрельное оружие и клинки. Злоумышленники скрылись до приезда полиции. В результате конфликта пострадали и были госпитализированы трое уроженцев Чечни. У них диагностированы переломы и другие телесные повреждения. Один из них получил ранение живота. Предположительно, удар нанес гражданин Таджикистана. Он был задержан полицией в Московской области и сейчас находится в изоляторе временного содержания. Известно, что 21-летний мигрант находится в России незаконно. Он частично признает свою вину.